Всем привет, с вами канал Mad Science. Мы сегодня просто-напросто полетаем и улетим в небо, так что погнали. Чтобы запустить нашу камеру в небо, нам понадобится змей воздушный, обыкновенный, купленный в детском мире. Вы знаете, я даже его нашел в спортмастере, чему я очень сильно удивился, но, к сожалению, они там дорого стоят. И моток капроновой нитки. К нитке крепится камера и так далее, вы уже увидите сами. Сама идея запустить камеру в небо на воздушном змее у нас появилась, когда мы просмотрели видеоролик от наших друзей, видеоблогеров команды Криосан, которым мы передаем пламенный привет и спасибо. Вот, сама вообще идея запускать вот этих вот змеев вместе с камерой, то есть это уже как бы ни для кого не секрет, таких видеороликов много в сети, и мы захотели тоже приобрести некий опыт и попытаться запустить. У нас, конечно, вышло это с некими проблемами, потому что был большой сильный ветер, ну, в общем, вы сами все прекрасно сейчас увидите. Thank you.
Кому понравилось, ставьте большие пальцы вверх, подписывайтесь на наш канал, и будет еще больше и больше интересных видео. А если это видео наберет максимальное число лайков, то, естественно, мы купим, допустим, метров 400 веревки и попытаемся запустить на максимум этого змея вместе с камерой. Так что оставайтесь с нами и до скорых встреч!